В региональной службе цифровых коммуникаций области Абай состоялся брифинг, на котором с отчетным докладом о проделанной работе за 2022 год и перспективах развития города на 2023 год выступил аким города Курчатов Олег Чугунков. В своем докладе аким рассказал как про позитивные изменения в городе, так и про проблемные темы Курчатова. Согласно статистическим данным, на конец 2022 года численность населения города составляла 10 449 человек. Среднемесячная заработная плата – 273 491 тенге. Основной проблемой городской больницы является нехватка квалифицированных специалистов. В сфере здравоохранения будет решаться вопрос по продолжению капитального ремонта здания городской больницы. Для этого разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт первого и четвертого этажей. В прошлом году из четырех котельных города была модернизирована только одна. В течение отопительного сезона со стороны жителей поступали многочисленные жалобы на низкую температуру в домах. Также местные жители жаловались на плохое водоснабжение и частые аварии сетей. Аким ответил на вопросы о том, как будут решаться эти проблемы. Готовится проектно-сметная документация. Этим летом поставим два котла на первую котельную и на пятую котельную поставим еще три котла. Все водные сооружения были построены в 1968 году. Теперь мы собираемся сделать водоочистную станцию, фильтровальную модульную станцию, а затем все задокументировать. В 2025 и 2026 годы будут выделены средства, и мы это сделаем. Еще одной проблемой города Курчатов, на которую жаловались жители, является бродячий в городе скот, который якобы отрицательно сказывается на имидже города, отпугивает гостей и приезжих специалистов. Аким озвучил свою позицию по этому вопросу. Этот вопрос может найти свое решение только в рамках закона. Ведь по закону людям нельзя сказать, чтобы они не держали скот. Чтобы решить эту проблему по закону, их скот должны загнать в сарай и им должен быть выписан административный штраф. По итогам брифинга стало ясно, что в 2023 году предстоит много работы для решения проблем в городе Курчатов. Первоочередными задачами остаются развитие таких жизненно важных сфер, как образование, здравоохранение и бизнес, обеспечение безопасности и правопорядка. Стоит отметить, что Олег Чугунков отвечал на вопросы журналистов как на русском, так и на государственном языке. Ярослав Дюсенбеков, Дания Райдарбеков, телеканал «Семей».